Привет, друзья. А я тут, кстати, сегодня я выспалась. Голова вроде бы, ну, болела, потом перестала болеть. Монтирую видео. Как-то так даже удобнее днем монтировать. И Валик вот приготовил пиццу с чаем. Будем когда сейчас. Вот так? Да. Что-то не сделала, ну, не такой знаю. Заставки вообще забыла даже, да? Да. Я сделала другую. Просто надо на фоне обычно ставят что-то типа вот того деда, который моет пол там и крыша. Вроде для него пол, а для нас крыша, видишь? Ну смотри, ну странно. Точно. Так, это мы по поводу заставок общались. Кстати, я поменяла заставку, как вам вообще? Нравится или нет? Там, по-моему, какие две должны. Выглядят? Да, там две должны всплывать. Как это людям? Две? Я так и не ну, понял. Ну, типа, там можно выставить три заставки, и некоторым зрителям будет такая всплывать, некоторым такая, и на какую больше переходят. Теперь понял. Вот. Я не знаю, какая вам всплывет, но не такая, как всегда, ну, вот да. Эта заставка, или такая, как всегда, лучше. Мы идем все вместе в магазин. Нам нужно купить воды, у нас закончилась вода. Мы взяли 5 литров всего лишь. И выпили ее буквально за сколько? Ну, вчера вечером мы купили. Вечером, вчера да. Вчера же ее уже открыла. Да. Вот сейчас. Вот с вечера. Нет, 300 миллилитров. Но держи крепко. До 6 так, часов, вот представляете? Как я ношу. Ну так надо. Быстро мы воду пьем. Побежит за ним. Все пьют. И Лем тоже много пьет, и мы пьем много. Да. Поэтому бежим. Надо бы побольше взять, но у нас только коляска. Ну и руки. И руки. Мы можем взять 3-4 пока. Стоп! Да. Он сегодня заходил в кафе, спрашивал, как дела у Анны. Здорово. Был там папа? Да, да, конечно. Он же увидел, говорит, я хочу, ну иди. А то он так долго ждал. Все хорошо у Анны, она ходит в этот... В садик? Нет, ну да. Лагерь. Садик, лагерь, ага. И мы по лесу утром гуляли и видели лагерь с его школы, но там не было ни одноклассников, никого там знакомого. В футболках зеленых со школы. Я реально не понимаю этого лагеря, потому что ну, у детей вот нету кондиционера, там дышать они нечем. Они помещения не находятся, они да. На улице все время. Нет, не все время, они помещения находятся. Вот то, я так думаю, не знаю, так это или не так, но которое построили, поставили возле школы. Угу. Где мы заходили да, на... Да, я помню. Понял? Вот это непонятное шоу. Домик такой. Домик. Мне кажется, они там кушают в кассале. Может быть. Потому что мы проходили в такое время, когда, ну, типа, надо кушать детям. И были слышны оттуда, доносились голоса детские. Ну, типа, они там были, много их. Вряд ли они там просто отдыхали. Там же ж по-любому только первые классы в лагере остаются. Потому что старшие классы, у них каникулы и все. Лагеря для них нету. Нету? Нету. Были такие дети, чуть, может, лет 70. Дань, смотри, пожалуйста, там выезжают машины. Не было, типа, одного возраста детей, все разные. Ну, я не знаю, я не думаю, что там старшие классы. 8 лет, может, так. Может, и средняя школа. Ну, да. Поэтому детей немного. Ну, они, в общем, ходили они по лесу. Угу. Да, господи. На кустах были развешаны футболки зеленые. Типа, знаешь, как я так понимаю, ну, идите там, где развешаны футболки. Квест какой-то у них был. И посреди леса стояла их профессора. Угу. У нее стоял стол, на столе что-то лежало и было накрыто. Типа, мол, догадайтесь, поняла? Ну, какой-то у них такой развлечение, интерактив. В общем, да. Да, они выдумывают достаточно... Достаточно много интересных штучек. Ну да, из ничего. Из ничего, да. Фантазия, и вот тебе лучшая игра. Осторожно, ага. Ой, все, голова у меня до сих пор болит. Хоть и не так сильно, но болит. И вообще мы весь день дома просидели, потому что у нас реально жара такая сильная была. Никуда не хотелось идти, да. Душно. Хоть и солнца не было. Не было солнца, но воздух стоял, ни ветерка, ни прохлады, ничего. По идее, завтра будет холодно. Прям холодно? Да, 25 градусов. Зимние куртки. Холодно прям. Ну холодно, да, будет. О, пошли посмотрим, есть ли там базилик.
базилика? Да, у меня куст сдох. В смысле? Ну, его сожрало что-то. Ой, значит, на 5 минут. Вы думаете, куда мы зашли? Конечно же, в цветочный. Я нашла орегано. Честно, я не видела, как оно выглядит. Я видела там на фотке душница, типа, наша. Она другая немножко. А это орегано. Представляете? Мы взяли одно орегано и базилик. Мам, взяли. Вот Вот да унес дядя лечить. Мы нашли тут личинки томию. Кстати, это чай. Чай. Из него можно пить. Вот, противовоспалительный. Это какой-то тоже базилик. Мам, новое растение. Москито. А, вот тоже, смотри, от этого. Это от комаров базилик. Да? Да. Он мне говорит, я тоже, говорит, когда первый раз увидел орегано, я такой, что это орегано? Это тоже от комаров. Да? Да, сынок, я видела. Ну, говорит, просто как хочешь, можешь обрезать, можешь отломать листики. Ой, так пахнет, реально орегано. Можешь пальцы понюхать, пахнет, он мне тоже дал понюхать. Обалдеть. Можете сушить, говорит, а можешь так взять зеленый, чик-чик-чик нарубить и... Класс. Куда угодно себе кладешь, там, в пиццу. Супер. Я просто обожаю орегано, это моя любимая приправа. И для пиццы, и для пасты, и для всего. Ой, гортензия тоже, я обожаю гортензии. 18,50 она тут стоит. А там за, по-моему, 13, да, кустик? Muchas gracias, adiós. Все, отправляемся дальше в магазин. Даня очень хотел сфоткаться возле машины разбитой. Давай. Я тебя потом сфоткаю и поставлю. Класс. Эта машина тут стоит. Вообще она не должна тут стоять. Но почему-то ее здесь оставили и не эвакуируют. Это очень странно. Давай сфоткаю еще так, тебя. Мы уже дома давно. Уложила Ялема спать. Да, ну сейчас буду укладывать спать. Валя поехал уже. Вот. Знаете, что я придумала? А я придумала себе сделать маленький такой маленький ролл с лососем. Ну, скорее всего, у меня не выйдет. Потому что где-то я не могу найти... А, нет, я нашла. Все-таки я сделаю себе маленький ролл с лососем. А, я еще тут, конечно, блин, мастер по роллам. Вот. Хотите это увидеть? Я могу вам показать, как я буду это делать. Так, это будет чисто. Сейчас. Так. Что мне надо? Для начала поставлю вас. Тут тарелка лишняя. Сейчас надо будет загрузить посудомойку. Ах, муха, Лем же спит. Сейчас. Нужно открыть. Не знаю, оно открыто? Вроде да. Так, ну, конечно, тут так видно. Зачем так пачку открывать? Прям так близко. О, достала. Один листик ноли возьму. Вот. Вроде так. Надо ложить. Сейчас я его разломаю на две части. Вот. Так, надо закрыть. Вот и закрыла. Разломать нужно на две части.
Классно было бы, конечно, куда-то камеру поставить вон так, чтобы мое лицо было видно в этот момент. Но некуда, к сожалению. У меня есть штатив, но желания его брать нету. Я не помню, сколько надо грамм. По-моему, 70. Сейчас гляну. Надо смочить ручки. Немножко. Да. 70 грамм. Разлаживаем. Раскладываем, как вам угодно. Вот. Так вот. Отступая чуть-чуть. Видите, я себе какой ужин придумала. Я, правда, их резать не умею. К сожалению. Так, надо ручки смочить. Так, муж мой, только этот. Не плачь. От того, как я делаю ролл. Неважно. В общем, теперь у меня тут есть капелька. Наверное, надо еще разрезать эту капельку лосося. Я сейчас сюда добавлю себе этого. И огурца. Ой, как четенько, я не могу. Вот. Добавляю огурчика. Сырочек сейчас добавим еще. Так, берем сырочек Филадельфия. И вот так вот его. Оп! Надо было сразу. Но я ж легких путей не ищу. Поэтому вот так вот. Надо еще. Сейчас я его не заверну, наверное. Не, ну я шумею, вы же понимаете, да? Смотрим дальше, значит. Теперь берем вот так эту всю красоту и пытаемся, ну, завернуть. Надо было сыр сразу положить. Теперь смачиваем тут краешек. Подтягиваем, подтягиваем, как муж учил меня. Подтягиваем. Так. И теперь вот так, хоп. И заворачиваем. И еще раз подворачиваем. И все. Вообще там надо как-то вот так вот делать. И тогда получается... Ну, у меня просто пальчики не позволяют, они слишком тонкие. И получается квадратный. Но у меня квадратный не получится, поэтому я делаю круглый. Так. Отбиваем края, вот так, типа, в край туда его подсовываете и подбиваете края. Вот. И вот такой вот ролл получается. Красиво, согласна. Сейчас нужно его еще так же красиво разрезать. По центру вот так. Ну, конечно. Нож острый, но я не умею резать. Да ёшкин матрёшкин. Короче. Почти, почти. Ну, можно тоже гордиться мной. Чуть-чуть подправим так ручками. И вуаля. Вот такой вот ролл у нас получился. Если вы хотите пройти у меня обучение, пожалуйста, пишите мне в Инстаграм. Буду я кушать свой ролл, который скрутила сама. Всем приятного аппетита, кто будет со мной кушать.
Ой, на вкус по-любому будет вкусно. А то все остальное не важно. Попрощаться. Ой, уложила детей спать. Все уснули. Я такая села себе спокойно отдыхать. Залипла в телефон. Все. Пол второго. Переписывалась с подругами. И вот мы переписывались до пол второго. Поэтому все, друзья. Будем с вами прощаться. До завтра. Всем пока.